Добрый день! Мы начинаем наш пятый урок по изучению Торы. И у нас есть такая традиция читать до Песаха главу Носо. И есть у нас в главе Носо приношение вождей. Построили храм. И вожди приносили свои приношения. И написано, что в первый день приношение свое принес Нахшон, сын Аминадава, из колена Иуды. И написано, что это одна серебряная чаша в 130 шекелей весом, одна серебряное блюдо в 70 шекелей, оба наполненные тонкой пшеничной мукой, смешанной с маслом, и одна ложка в 10 золотых шекелей, наполненная смесью благовоний. И же приношение животных. Один был бык молодой, один баран, один ягненок. Жертву мирную 5 быков, 5 баранов, 5 ягнят. Ну, в общем, и так далее. И написано дальше. Во второй день принес свое приношение Нетанель сын Цуара, вождь колена Иссахара. И дальше тоже приношение, что и у Нахшона сына Аминадава. Только написано, что Нахшон сына Аминадава из колена Иуды, а здесь написано Нетанель сын Цуара, вождь колена Иссахара. Почему там стоит без слова вождь, здесь вождь? А пишется, в третий день свое приношение принес вождь колена Звулуна, Элиав сын Хилона. Его приношение одна серебряная чаша, одно серебрюдо, и дальше все одинаково. То есть приношение одинаково у всех вождей. Но почему же в данном случае меняется построение текста? Там вообще в колено Иуды не стоит вождь, а в колене Иссахара вождь стоит за именем, а в колене Звулуна вождь стоит перед именем. Что это такое? И разбираем, кто такой Иуда. Это царское колено. Иуда это царь. А колено Иссахара это мудрецы Торы. Те, кто всю свою жизнь посвящает изучению Торы. А колено Звулуна, обязанность колена Звулуна помогать колену Иссахара материально. Колено Звулуна, богач Звулун, это колено обладает большими материальными средствами. У них море, у них торговля морская, у них песок, из которого делают стекло. То есть это очень богатые люди, которые обязаны снабжать мудреца Торы из Сахара. Так интересно, в книге «Быть евреем» написал ее раввин Хаим Донин. Написано, что есть такая иерархия, что в еврейской традиции мудрец стоит выше богача. И да, впечатление получается, что если на первом месте стоит колено Иуды, то царь, он обязан учить Тору всегда, она должна быть с ним с собой. То есть царь у нас и мудрец Торы, и богач. Он стоит на первом месте. На втором стоит мудрец Торы, выделен Иссахар. А Звулун идет на третьем месте. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Нахун, моего дяди Владимир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, Роза бат Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бат Клара, Гитл бат Мриам, Борис бен Мария, Анна бат Ривка, Полина Пер бат Соня Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мириам, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бат Ита, Исхашивон бен Бейла Мотл, Фира бат Анна, Гитл бат Мириам, за хороший дух Арона Рея бен Двойра, Низ бен Нахум, Авигаль бат Сара. Всем всего самого наилучшего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пусть закончится скоро эта война. Всем всего самого наилучшего. До завтра.